традиционно в парке Перовского проходят соревнования по военному троеборью среди учащихся средних специальных учебных заведений. В этом году у нас их принимает 18 команд в данном троеборье. Соревнования проходят по нескольким видам спорта. Пулевая стрельба, стендовая стрельба посредством, бег на коротких дистанциях, соответственно, выполнение метания гранат, так скажем, ну и военная дисциплина, которая обычно используется в военных троеборьях, представлена здесь также. Основная цель – это подготовить молодого человека к службе в армии, в вооруженных силах Российской Федерации, закалить в нем мужской дух, подать пример всем учащимся и на кого равняться. Ну и, соответственно, это часть патриотического воспитания, которое у нас проводится в городе Оренбург. Занимаюсь довольно-таки давно, участвую здесь не первый год, призовые места занимаю, ну, со своей командой, естественно, не один, вот, очень нравится, хорошая организация, мне, как в будущем военному, мне это очень понадобится, так как стрельба из оружия, броски гранатами и кроссовая подготовка очень нужна в военных училищах, вот, поэтому, ну, это пригодится очень. Соревнования на уровне города, и они помогают как самому развиваться духовно человеку, также спортивная подготовка, командный дух, потому что выступает эстафета, также, ну, опыт перед дальнейшим это военными училищами. Наша команда готовилась около 3 недель, каждый день тренировка, но думаю, мы подготовились на достаточном уровне, чтобы оказать конкуренцию любой команде. Бег для меня будет самое легкое, а вот насчет самого сложного, тут и граната, и стрельба после километра, это очень тяжело кидать все-таки, и стрелять тоже, прицелиться будет сложно. В этом году уже приняло 17 команд, это рекордное, ну, что говорить, ежегодно количество команд увеличивается. Соревнования очень эмоциональные, интересные. Ну и самое главное, наверное, это полезно для нашего общества, именно молодого поколения. Военно-патриотическое воспитание, оно актуально. Ну что говорить, наши последние события в мире, которые творятся. Даже молодежь, наверное, уже осознает необходимость себя готовить к армии.